хорошо. Вот попробовали, первый раз попали в квалификацию. Спасибо организаторам, что дали такую возможность. Для меня сейчас все допы сложные, признаюсь, если честно. Много перестраховываюсь. Ни разу по этим допам не ездил. С таким покрытием, ну, немножко страшновато. Ну, в целом, я доволен. Мы поставили задачу проехать максимально на 110%, чтобы без всяких эксцессов не напугать себя перед завтрашним днем, проверить стенограмму. В принципе, все, что мы запланировали, все сделали. Поедем в своем темпе, удивлять никого не собираемся. Нужно доехать, проехать, получить опыт и вернуться домой живыми. Два допа все хорошо прошло, на третьем допе сломали вторую передачу, ну или сломалась вторая передача, мы сейчас стартовали первую, третью, остальные вроде нормально, но какой-то грохот стоит в коробке, молили, чтобы доехали, ну доехали, классно. Трамплин левее от бани, ну давай, нормально все. От бани, направ. Правый 4, внимание. Все было нормально, только исключение из этот разворот. Ну, разворот по моей ошибке. Было начало скоростного. У меня было только два новых колеса на сегодняшний день. Поставили их наперед, а задние остались уже с тестов, бэушным. Их бэушные приобрели и еще тесты на них погоняли. Ну и задние колеса уже ушли. Я заехал туда. Поворот там, в принципе, не такой сложный был. Ну, вверх еще. Ее взял, просто развернуло, поперек поставило. Дальше собрались там, понятно, мы там покрутились. В одну сторону уехали. Там развернуться не получилось. Вперед-назад, там, пока эту кулачковую коробку включишь, заднюю передачу. Ну, в общем, потеряли, не знаю, секунд 40-50, я думаю. Ну, а потом собрались, нормально все проехали. Вчера все вовремя успели поменять коробку. Да, спасибо большое команде, они вообще большие молодцы. Без штрафа все успели поменять, красавцы. Ехали очень аккуратно на доезд. Сзади отрыв большой, спереди Осипова тоже до него далеко. Поэтому решили не гнаться. Вчера мы ехали в плюс-минус все в равных условиях на одной резине. А сегодня ребята подтыкали уже более длинный шип. Ну, у меня такого нету. Поэтому не получилось побороться. На первом допе сам ошибся. Ну, в целом бы я понимал, что дальше мы никак не догоним на таких колесах, как у нас. Тем не менее, это очень хороший результат, да, второе место в N4. Да, конечно, мы еще, конечно, не осмыслили, что произошло, но я думаю, с каждой минутой все понимаем все больше и больше, что кажется, у нас получилось, все отлично, что еще 4 дня назад, дабы в самолете сидеть, я даже не думал, что мы будем на подиуме, да еще и в Карелии, на такой сложной гонке.